Господь, как откосить от крестового похода? Что ты там вякнул? Боже, ты прочел мое послание? Какое послание? Ты ж грамоте не научен. А ну покажи, что там у тебя. Но ты не Господь. Да и ты не лекарство от чумы. Так дело не пойдет. Смирно! Где любой папа, сын мой? Тут. Деды воевали, знаешь? Знаю. Так чего же ты, сынок, не хочешь идти в поход? Или ты неверный? Господь милосердный, нет. У меня дочки 8, замуж скоро. Дед в походе умер от поноса, а отец и того хуже. У него был Христос головного мозга. Он подцепил эту дрянь где-то здесь. Это все чепуха. Крестовый поход — это отвага. Крестовый поход — это слава. Быть крестоносцем — честь. Мы сила, мы доблесть. Мы опоздали на крестовый поход. Ну ничего, следующий через полчаса. Мы на него успеем. Сынок, мы действуем на благо. Ведь когда один скажет «Аве Мария», тысяча ответит «Дел, я не готов к такому». Этот хайповый шмот только для участников похода. Я готов ко всему. Тогда ты должен пройти испытание. Есть две таблетки. Красное – это лекарство от чумы. Синее – папа Урбан II подпишет тебе иконку. Что выберешь? Ты сделал правильный выбор. Ты помнишь наш девиз? Это ветроголовая ошибка природы. Напрягаем на районе. Кулаки быстрее, пульт, печень, нос, округлый сходник, брат за брата, Деус, пульт. Ты готов к бою, сынок? Бери свой меч и вперед, на Иерусалим.